Смотрите точнее. Страшная трагедия. Почему на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень погибла целая группа детей? Ириса не стала, пришли госуслуги. Как тюменцы привыкают к новому способу записи к врачу и чем недовольны? По иронии судьбы или объективным причинам, почему баня на Полевой закрывается? Тележурнал «Точнее» на канале «Тюменское время». Смотрите в 18:30 и за час до полуночи.